Новый сквер открылся на улице Добровольского в Владивостоке. Благоустроена общественная площадка с прекрасным видом на море создана по инициативе местных жителей. Это стало возможным благодаря федеральной программе «Тысяча дворов Дальнего Востока». У нас здесь появилось детское оборудование, здесь появилась видовая площадка, здесь появились тихие зоны для отдыха и также спортивные тренажеры. Особенность, скажем, этой площадки – то, что мы здесь аккумулировали и программы ТОСа, и программу «Тысяча дворов». Совместными усилиями реализовали вот такой вот проект. А люди довольны, да, они называли эту территорию, так скажем, местной Припятью до того, как здесь появилось благоустройство. Поэтому я думаю, что они довольны. Спасибо. Но судя по тому, сколько здесь детей, сколько здесь людей, думаю, что у нас получилось создать неплохую историю. Сейчас некогда заброшенная территория представляет собой большую ухоженную зону отдыха. Также сюда провели систему освещения и установили камеры видеонаблюдения. Кроме того, в рамках проекта удалось заасфальтировать пешеходные дорожки вдоль домов и на подходе к скверу. Шикарные тренажеры, конечно, очень все замечательно. Вот. Но этой площадкой мы очень довольны. Посмотрите, сколько детей, посмотрите, сколько родителей, посмотрите, как рады дети. Молодцы, конечно, сделали вообще хорошо. Нам хорошо, у нас еще маленький подрастает. Мы там гуляем, это тут гуляет он с папой. Так что все хорошо. Ну, конечно, ждали, все лето наблюдали. Это все волнительно и приятно смотреть. То есть для нас это, конечно, прям прыжок в цивилизацию, я бы так сказал. Вот. Ну, дай бог, чтобы это все не сломали, как говорится, и это все держалось. Вот камеры, да, тоже, кстати, хорошо продумано, чтобы это все под наблюдением было. Отметим, что в федеральную программу «Тысяча дворов Дальнего Востока» в этом году вошли 7 территорий города. Основные работы на всех объектах завершены. Анна Дьякова, новости на Восьмом.